В Люберцах продолжается ремонт подъездов. В этом году по губернаторской программе работы пройдут в 39 многоквартирных домах. На объектах, где уже завершен ремонт, побывала съемочная группа нашего телеканала. В доме 17/1 по улице Красногорска недавно завершился ремонт подъездов. Оценить их преображение можно еще с улицы. Старые железные двери заменили на новые со стеклянной вставкой. Установили специальные таблички, на которых указаны номера подъезда и квартир. Внутри свежая краска, нумерация этажей, обновленные почтовые ящики, светильники и плитка. Жители таким преображением довольны. Дама цветовая мне понравилась отлично, потому что она как бы не слишком яркая, не слишком темная и не слишком маркая, скажем так. Потому что подъезд всегда пачкается за год, ему можно там... У нас прям все хорошо в этом смысле. Спасибо большое. Проделанной работой остался доволен и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Вместе с жителями он осмотрел отремонтированные подъезды. Применены новые, скажем так, решения. Мы советовались с жителями, что хотят видеть, каким образом можно преобразить подъезд. А это стандартный дом времен постройки 50-х, 60-х годов. Как бы добавить уже нечего. Но те решения цветовые, те фишки, можно так сказать, которые вроде они минимальные, но даже этажность, которая обозначается на каждом этаже, первый, второй, третий, четвертый, дает людям ощущение какой-то новизны. А в соседнем доме 17/2 ремонт пока продолжается. До конца месяца приведут в порядок все 4 подъезда. Здесь запланирован тот же перечень работы. Пока ремонт в процессе, у жителей пятиэтажки есть замечания. Были жалобы на то, что залили краской звонки в дверной. И у кого-то коротнуло. То есть там, в принципе, Дома 63-го года постройки и, соответственно, эксплуатацию вели. Здесь последний ремонт проводился в зависимости от подъезда с 12 по 17 года. Они попали в программу проведения ремонта в текущем году. Всего в городском округе Люберцы до конца лета обновят 129 подъездов. На сегодняшний день работа завершена на 30 объектах. 66 входных групп находятся в работе. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.